А эту и другие игры вы можете купить в магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем играть в SnowRunner и проходить карту Австрия, которая пройдена на 46%. Так, а что мы тут делали? Ага, нам не хватает топлива и не хватает ремонта. Давайте посмотрим, что у нас... Что у нас в этой тачке есть. И все. Серьезно? Ёпта. Прикол. Так, а сколько мне не хватает? Ну, топлива пофиг. Топливо найдем. Получается 344. Короче, 300 ремонта нужно. Окей. Ну, он получается тогда бестолковый. От него толку нет. Нужно его сейчас затюнить. Сделать то, что нам нужно, поставить техничку, и тогда можно будет на нем кататься. Потому что там, ну, он бессмысленный. Так, 6,2. Есть снегоход. Есть подвеска. Высокая. Резина. Нифига, со спарочкой даже можно. Блин, ну передние вот эти интереснее, а сзади спарка выглядит поинтересней. Ладно, давайте эти поставим. Лебедка, автономка. Запаска есть, шноркель высокий. Модуль кузова. Так, ну портативный радар само собой, фиг знает зачем. Так, фаркоп, наверное, для тяжелых. Техничка сколько? О, нифига, 500. Ого. Окей. Покинуть. Так, что нам нужно делать? Может, нам нужно туда какой-то прицепчик оттарабанить, четверочку или нет? Ой, четверочку, двоечку. Ну, типа, чтобы был. Или нафиг не нужен? Как думаете? А там есть на чем таскать? Ну, типа, Форд тоже может таскать, но ему будет чертовски тяжело. Ну, по-моему, не на чем таскать. Так, ну нам нужна реально тачка какая-нибудь с краном. Сейчас мы, короче, тогда выйдем и снарядим какой-нибудь еще один грузовик. Туда в любом случае нужно что-то тащить. Такой с пятерочкой. И с чем-нибудь еще. Ну, типа Western Star, но Western Star у нас уже... Два штучки. Поэтому предлагаю что-нибудь найти и выбрать. Так, стоянка. Так, вот эта Татра, по-моему, у нас была только высокое седло, насколько я помню. International не подтянет. О, фордяк это есть. Я забыл, что он есть у нас. Я думал, его поменяли. Так, это снова стоянка назад. Магазин грузовиков. Тяжелый? Нет, вездеход. Так, Анг у нас не катит. За тут чудовище. А, это то, что мы открывали, понятно. Фридлайнер, так. Полный возможный диф есть. А тут прям все есть. Ну, блин, по-моему, вот это было говно. Вот или этот, или вот этот было прям говно-говнище. Мак. А, мак у нас стоит с цистерной. С топливом. Давайте мак еще один возьмем. Так. Купить. Купить. Техника как бы проверенная. Самое дорогое. Да давайте самое... Нет, не хочу самое дорогое. Хочу вот такое. Средняк. Так, улучшенное среднее. Обязательно нужен кран. Так, низкое седло есть. А, блин, у нас будут проблемы с прицепом. Ну ладно, хрен с ним. Кран есть. Так, все или еще что-то можем сделать?
принципе, все. Так, передняя сторона. Козырек нафиг не нужен. Багажник с хламом нужен. Стандартный бампер. Клаксон насрать. Выхлоп, конечно же, поставим. Так, покрасить. Не знаю, что покрасить. Зеленый. Так, что-то мне кажется, что у нас Mac вот в таком цвете есть. Это прям вообще желтый. Давайте сделаем желтый. Будет смешно, если у нас прям точно такой же. Ой, что я там нажал. Так, все, покинуть. Погнали за полуприцепом. Смотрите, кстати, а нам нужно доставить сою в предгорье. Или на предгорье, или в предгорье, черт его знает. Поэтому. Это что такое? А, это пятерка. Поэтому можно, в принципе, грузануть его и повезти. Ёпта, где он есть? Вот он, купить. Но, да, будут проблемы, но ничего. Одессоя. Понятно. Так, ну ехать нам как бы... Так, стоп, а если мы снизу выйдем, куда нам везти эту сою? Наверх. А тут объезд. Южный завал. То есть в идеале все-таки через верх пролезть. А если через верх, как нам ехать? В принципе, можно вот здесь проехать и вот тут где-то... А, вот здесь, наверное. Выскочить на переход. Да, да. Чем мы тогда будем делать? За фордяк сейчас цепану и поедем за соей. Похода. А больше делать нечего. Заберем все, что есть. Я надеюсь, все вместе влезет. Хочется в это верить. Время. 6 утра есть. Так, ну поехали. Потихонечку поехали. Надеюсь, проблем не будет. Так, ну по топливу 5 литров, в принципе, наверное, нормально по расходу. Единственное, что вот тут меня камни смущают, как мы по ним будем ехать. Ну, типа, чтобы не побить подвеску себе. Или еще что-нибудь. Надо, наверное, аккуратненько как-то. Ну, как-то поаккуратнее. Не как мы любим. Ох, нифига себе, там удар произошел. А мы, кстати, так, по-моему, собирались как-то ехать на чем-то и тащить за собой что-то. Наверное, Western Star должны были тащить. Но не тащили. Так, ну тут придется через лужу полноценно ехать, чтобы мы тут нормально вписывались. О, див постоянно. Прикольно. А, кстати, в комментах писали, что див постоянно. Ну... Я не знаю, у меня есть такое ощущение, что он чуть-чуть длиннее. Хотя мы вроде бы рядом становились, по-моему, были одинаковые или нет. Кстати, мы его не покрасили даже. Ёпты. Кек. Кек, кек, кек. Так, сильно не дергай. Мне сюда еще повернуть нужно.
Так, ну морда прошла, на остальное пофиг. Остальное само по себе проедет. Отлично. Так, тут, надеюсь, мы не перевернемся. Нет, замечательно. Просто в лужу не хотелось мне залазить. Ну и он нафиг. Так, а здесь нам налево. Так, ну, я фиг знает, на чем мы тут катались, но такое ощущение, что у этого форда проходимость получше. Хотя такого быть не может. Но они, в принципе, одинаковые, просто один новее, другой старее, и все. Подвеска, я считаю, одна и та же. Блин, реально хорошо видит. Сейчас сдохнет. Нет, не сдох. Я на секунду подумал, думаю, блин, а предгорье точно средняя карта или это вдруг? Как-то маг без особого желания ползет. У него проходимость гораздо лучше, но он как-то медленно все делает. Не, не вывозит фордяк наш такую дурь. Сейчас, наверное, поедет уже, потому что мы выбрались. Фига себе стаскивает. Итак, я думаю, что можно где-то в поле здесь встать. Ничего нам мешать не будет. Можно поехать нормально загрузиться теперь. Так, все не так уж и хорошо у нас. Если бы были какие-нибудь тюки круглые, было бы чертовски удобно. Ну ничего, нужно забирать все равно. Фордяку нужно было двойку прицепить. Чисто с фордяком раз такие поехали. С двумя прицепчиками.
Есть. Еще один. Возьму, наверное, сразу самый неудобный. Лебедка, можно его взять? Нет. Блин, ну ладно. Я уже думал, может, фордяком на крышу лебедочка, раз и все. Так, что у нас есть? Ну, в принципе, если распаковать, то можно этот сдвинуть вперед груз. Ой, в смысле вперед, назад сдвинуть. Все сдвинулось, нет? Если честно, между ними такие промежутки, но как бы игре на это пофиг. Может, надо в самый низ вот так вот, и теперь вот так вот двигать? Нет, ну ладно. И вот этот типа запихнуть бочком, если получится. И тогда его не придется никак укладывать там по-особому. И все будет классно. Нужно сейчас попробовать. Будем просто распакованным грузом ехать, как раз так и легче будет. Ой, нафиг я еще подтягиваю. Еще раз попробуем. Надо отпустить. Лагать начинает лебедка. Думаю, многие помнят эту фигню. Блин, нафиг запихнешь так, конечно. Может, оно само как-то трясется. Держится дерьмово, мне кажется. Может, тогда другой стороной запихнуть. Просто если бы можно было перевернуть, было бы удобно. Но перевернуть, к сожалению, мы не можем. Сейчас попробую вот так вот сделать, если оно хотя бы в эту сторону начнет заваливаться. Во, как отцепить? А вот цепил. Так, а как мне теперь краном подлезть под груз? Оп. Ёб твою налево. Но хотя, в принципе, это не так уж и плохо. Зараза. Ну. Или плохо. Но ничего, мы можем между грузами запихнуть на крайняк. А-а-а, я дебил, я не тот груз зацепил. Я
Ёкарный бабай. Но я лоханулся. Я все это время думал, что у меня правильный груз зацеплен. Но, утрясись. Зараза. Не хочет там лежать. Надо её тогда нафиг сбрасывать, сейчас снова делать так, как было, и все. Но запихал как мог. Надеюсь, как-то будет лежать. Поехали. Просто нужно будет следить, и все. Топливо, мне кажется, на погрузку потратил больше, чем доехать сюда. Так, глушим. Надо посмотреть, как нам добираться. Короче, но... Но выбор тут не особо. Ой, блин, а тут же конченый спуск у нас. Опасно. Это же здесь было или нет? Или в другом месте? Или где-то тут? Блин, это или вот здесь было? Или вот здесь? Вот я не помню, где это было. Ну, короче. В любом случае, нам переться куда-то вот сюда нужно. Тут мы, получается, через мостик дубасим. И тут нам нужно уйти вот сюда. Ну и, собственно, переход рядышком. Главное, чтобы у нас ничего не пропало. Ты кто? Плэт 450? Это что такое? А, понял. Тот, который не габарит таскал. Окей. Так, пересесть. Нет, наверное, слишком близко. Да хотя, наверное, хватит. Поехали. Офигеть, я даже с места тронуться не могу. Так, главное не просрать эту сою. Это будет обидно. Ну, кстати, лежит вроде бы достаточно плотно. Я бы так сказал. Это как обычно канава. Ну да. Потихоньку сейчас выползем. Может, надо, чтобы соя лежала с нами. Так, а получается, нам еще это поле нужно будет обрабатывать. Ёпта. А куда ехать? А, направо. Чё, мы через поле? Или там нормальный поворот? Блин, ну поворот с камнями какой-то... Выглядит не сильно надежно. Погнали, наверное, через... Поле вот сюда. Надеюсь, не умрем мы в этой луже. Фордик, ты будешь ехать? Мне кажется, сейчас меня маг будет подталкивать. Я фордом тронуться не могу. Лебедка вообще не натянута. Меня маг толкает. Прикиньте. Без ничего, без прицепа, без нифига. Я просто не мог тронуться на подъем. Охренеть. Так, тихо. Грузик что-то там начинает шевелиться немножко. Нет, не особо радует. Но пока что он с нами. Так, нужно... Блин.
Нужно жестко брать влево, чтобы как-то более-менее съехать и заехать в эту лужу и объехать камни. Не очень, конечно, это хорошо, но если нормально съедем, то проблем не будет. Съехали, вроде съехали. Груз на месте. Отлично. Отлично, значит, мы доберемся. Так, первая точка уже 50 метров. Блин, 50 метров так близко в игре, а 200 уже далеко. А 50 типа вот тут. Два шага сделать. Блин, реально хорошо груз лежит. Прям кайф. Нужно будет там, кстати, ту тачку еще отремонтировать, не забыть. Этой нашей техничкой. Это будет потом неприятно, если мы забудем. Так, куда мне ехать? Эта дорога идет направо вокруг лужи? Да, окей. Это не совсем понятно, типа это две дороги или одна. Ой! Так, а чё произошло? Груз что-то подвылез немножко. Какого-то хрена. Непонятно зачем. И непонятно куда. Не, все вроде нормально, улегся обратно. Маг реально нас подталкивает каждый раз. А, это трос. Блин, я думаю, нифига царапины какие-то у нас непонятные сбоку. Так, ну сейчас груз выровняется на подъемчике, скорее всего. Нет, лежит. Ну ок. Даже нравится, что он так лежит. Мы его так больше контролируем. Ну, фордяк поражает, конечно, своим расходом. Это типа 5 литров в минуту, конечно. Еще с учетом того, что мы на лебедке тачку за собой тащим. Ну, конечно, не прям супер тащим, но все равно. Расход-то все равно от этого повышенный. Можно было бы, наверное, прямо, но не буду. Так, груз весь с нами. Опасный угол. Реально опасный. Мак нормально проезжает, ему пофиг. Единственное, что нужно будет его заправить, как мы туда доберемся. А этот фордяк на заправку заехать, на нем и залить уже топливо, сколько нам нужно будет. А, кстати, можно перед переходом. Тогда его вообще залить. Залить и сгонять на заправку сразу, чтобы у нас было еще лишнее топливо. Блин, капец, так можно и упасть. На автомате, кстати, смотрите, под десятку хавает. А на повышайке, получается, жрет меньше. Ползем, ползем, ползем. Да, долгая поездочка, ничего не поделаешь. Ого, фига себе.
Так, теперь нужно как-то по этому дереву проехать или возле него. Оно, кстати, нас может полностью остановить. Или даже перевернуть. Без каких-либо проблем. Главное, чтобы прицеп проехал. Грузовики точно проедут. Так, прицеп проехал, отлично. Супер. Так, а дальше это нам вот сюда нужно? Судя по всему, да. Но тут остался такой участочек не очень, как я понимаю. Дальше будет норм. Сел немножко. Так, нам нужно нормально уходить в сторону. Чтобы объехать эту фигню. Так, вот надо взять. Ого. Ёб твою налево. Чуть сам не перевернулся, охренеть. Так, ну маг тут точно может лечь. Надеюсь, не ляжет. Нужна подстава прям серьезная. Ого, наклон какой у него. Он пока что держится. Так, а мы что-то можем просто тупо, наверное... Куда ехать? Туда наверх, наверное. Поехали сюда сразу. В водичку, наверное. Так, маг, только выравнивайся, пожалуйста. Чтоб ты не наклонялся. Так, а фордяк не едет снова. Ёб, ты чё с фордяком не так? О, стукнулись. Кстати, непонятно чем и как. Нужно в одну харю выезжать, потому что мы вдвоем не вывезем тут. В такой поворот. Какого хрена? Просто пересел и груз подпрыгнул. Чё за бред? Он сейчас еще выпадать начнет у нас. Охренеть, я ныряю тут. Просто охренеть. Удар. Давай, греби. Ты выползешь. Блин, придется снова это говно укладывать. Так, стоп, надо полный. А, диф. Нет, с дифом расход не упал. Ну, пофиг. Так, это верхний или нет? Да, верхний. Тогда хотя бы немножко сместить. За счет угла не хочет нормально укладываться, как у нас должно все тут лежать по нашим правилам. Но пофиг, восстановить. Так, 97 литров. Топлива вообще нет. Но
Ну чё ты не падаешь? Да в смысле? Ну а теперь что не так-то? Ну сейчас-то обязана эта фигня свалиться, как нам нужно. Так, снова повернем. Вроде лежит. Вроде бы лежит. Фордяк задолбал. Фордяк, ты будешь ехать нахрен или нет? Но он нахрен не едет. Не могу тронуться, просто не могу нахрен тронуться. Блин, ну походу по мощности этот гораздо слабее Форд, чем прошлый. Прошлый хоть ехал, этот вообще ни хрена не едет. Вообще никакущий. Ёпта, тут еще это дупло лежит. Где-то тут, ну, можно тормознуться. Это тоже такой себе вариант, но вообще... Ого, ого! В принципе, насрать. Нет, не насрать. Ну, ладно, потом поставим на колеса. Как ты задолбала просто. Сраная коробка. Так, ну я до камня еще не добрался. До камня. Жопа, я уже сижу, сижу жопой, нормально все. Собака все равно сполз. Надо даже жестко выкручивать. Все, сойдет. Охренеть, 66 литров. Сейчас, короче, будем заправлять и ехать еще раз за топливом. Хоть у нас канистры сверху есть, но нам просто там не хватит нормально покататься и добраться до заправки. Поэтому топливо придется ехать искать. Ну, в принципе, не искать, а на заправку просто съездить. На фордяке это будет очень быстро. И беспроблемно. Ой, сейчас будет прицеп падать. Нормально, держится. Почти встал на колеса. Давай, Фордик. О, ну, был на колесах пару секунд. Нормально. Значит, поставишь, правильно? Или нет? Так, мне кажется, там уже выезд где-то рядышком. Надо, короче, нам выезжать. Ёпта, там уже груз выпадает какой-то. И Фордяк стоит на колеса и гнать. Куда-то гнать. Потому что на этой хреновине за топливом ехать далеко. Так, вот. Вот наша дорога. Наконец-то мы здесь. 42 литра. Офигеть. Ну тут надо тупо все сливать.
все, что есть в баке, сливать. Так, а где заправка? Блин, ну заправка-то недалеко, можно даже на этой тачке съездить заправить. Так, что там у нас? На колеса будем становиться? Что оно сбросилось? Видели? Просто раз, сброс произошел. Не тянет, не хочет тянуть. Что там в кустах? А, там тоже дерево. Шноркель не помогает. В воде боком лежим, не помогает шноркель. Вот что делать в данной ситуации? Кто скажет? И колеса вывернуть не могу, как мне надо. Вообще труба. Так, все, вроде можно становиться на колеса. Так, за что мне взяться? За крышу? Надеюсь, он не будет скользить по земле. Отлично. Все, поехали. Кстати, немного побили. Я думал, он больше побит, когда мы утащили по земле. Так, что мы делаем? Мы заправку всю сливаем туда. Я сейчас поеду за топливом еще раз. Так, заправить. Нам нужно заправить мак. Так, у нас осталось 100 литров. Я лечу на заправку. Ну мы отсюда уже, наверное, поедем отдельно. Ну типа, смысла нет сейчас вместе уже ехать. Просто главное, что смогли полный бак ему сделать. И все, как раз возле переходика. Снова сквозь сидушку смотрим. А, нет, то на другой карте, что ли, была заправка через воду. Видимо, я перепутал. Ой, не та кнопка. Хотел камеру поменять. Нифига не смог. Заправочка. Так. Ёптую налево. То есть я, получается, его канистру сверху заюзал. А я думаю, офигеть, как топлива этот у нас много было. Давно такого не было, надо время мотануть. 20-30, хороший фриз был. О, у нас резина помялась немножко. Я тогда сейчас ему перелью 80 литров. Тогда на заправку еще раз не поеду. Но если бы я знал, я бы на 20 литрах сюда поперся. Но я что-то думал, что это наш багажник на 80. Я думал, типа, что нам нужно именно садиться туда, в него. Чтобы тот багажник заюзать. А мы, получается, его это... Ну ладно. Упс. Чуть не убился. Заднее колесо какое-то ходуном все у меня идет. Так. Что у нас здесь? Признавайтесь. Так, заправить.
Ну вот, багажник ему залил, все. Так, пересесть. Все, поехали на маке. Так, стопэ. Эту хрень надо взять на кран, а все остальное надо упаковать, иначе игра во время перехода, мне кажется, может что-то вычудить. Я сейчас на капот кину просто и все, и поеду. Все, погнали. Фигаси, 18 литров. Да насрать. Безопасно, небезопасно. Мы уже с такой хренью переходили на другие карты. Но главное, чтобы не удалили, а аварии то пройдет. Надеюсь, не удалят. Потому что если удалят, это будет максимально тупо. Так, все с нами. Отлично. В смысле? Ты завелся или нет? Или он... Че, он зацеплен, хотите сказать? А, нет, не зацеплен. Все норм. Так, карта. Во, смотрите, вот рядышком у нас разгрузка, а потом вот сюда в деревню. Тут как, мы вот так объедем, да, наверное? Или отсюда? Не, наверное, проще по асфальту прокатиться. Сюда выскочим, потом вот сюда. И норм. Отлично. Кстати, нужно посмотреть, что на вот этот завал нужно. Может, мы прямо здесь сейчас что-нибудь возьмем и оттарабаним сразу. Тут же у нас, по-моему, складик какой-то рядышком, насколько я помню. Нифига себе, 400 метров вроде бы рядышком было, а тут 400 метров целых. Ух ты, ёб. Ну, проехать мы проедем, если там ничего не обвалится. Короче, сейчас подъеду, посмотрю. О, видели, там что-то издалека светилось, а потом раз пропало. Так, ну по трещинам вижу, где будет обваливаться. То есть, если мы поедем в теории вот так вот прям, мы проедем. Вот видите края, где будут обваливаться. Все, мы пролезли. Теперь нужно вот эту хрень как-то переехать, которая, кстати, в текстурах стоит. Больно, отцепись, пожалуйста. Ёб твою мать. Ни хрена себе лупануло как. И я из-за нее на камень сел. Просто шикарно. Охренеть. Ну бывает. Зато знаем, что проехать в принципе при желании можно. Кстати, а мы ж тут не были. Где-то миссия еще какая-то. Потому что я не помню, чтобы мы заезжали в этот городок. А под хеки. Склад какой-то, судя по всему. Принять. Пом-пом-пом. Есть. Так, теперь это дело грузим. Ёпта, просто поворачиваю, он берет, начинает вытягивать.
распаковать, упаковать, восстановить, заглушить. Так, городской склад. Цемент, песок, запасные части. Так, а северный завал что у нас? Бетонные блоки. Ага, запасные части. Ага. А запасные части бесконечные? Две. А тут? Запасных частей нет, а тут? А тут тоже две запасных части. Ну, возьмем две запасные части, сейчас заедем на складик, возьмем, разгрузимся. Потом сюда заедем, а потом сюда и доделаем этот завал. Правильно? Правильно. Так. Как раз запасные части две штучки нужно. Прям идеальный набор. Так, круг почета нужно еще сделать. Наверное, с этой стороны сделаю. Так, раз, два, есть. Все, теперь нам четко по метке ехать и просто разгрузить запасные части там, на завальчике. И все, и можно двигать дальше. А потом вернуться и доделать. Ну, дело, почему вернуться? Потому что все равно придется там что-то одно взять, на другой завал что-нибудь еще надыбать. Так, куда мне ехать? Ага. Понял. На грунтовочке свернуть. Ну, по асфальту просто будет немножко быстрее и экономней. Нужно анг притащить сюда с топливом. Или вообще с цистерной топливной. Чтоб прям нормально было. Или с прицепом топливным. Будет еще лучше. Так, нет, это не мой поворот. Я думал, мой поворот уже. Вот это вот мой поворот. Так, это типа объездик, как я понимаю, но мне нужно, наверное, прямо. Хз. Ну да, наверное. Сейчас узнаем. Ого. Да, дорогу тут явно нужно делать. Но хотя там, где обвал, тут... Вот тоже, смотрите, вот тут завал нужно делать. Хотя тут нормально можно объехать. Ну да, по грязюке и так далее. А там вообще, типа, можно упасть куда-то. В пропасть. Но там по-любому не скажут. Возьми, заделай эту дырень. Чтоб был заезд в город. Я прям уверен, что этих миссий не будет. Потому что у нас такое было уже не раз, когда... Типа, блин, вот такой завал ты убираешь, а мост раздолбанный ты не ремонтируешь. Странно. Ой, ёп. Не туда поехал. Перепутал, на метку уже попёрся. Так, это ж придется задом сдавать. Потому что мы вряд ли тут развернемся где-то. Далеко ехать задом. А, одна запасная часть. Ёпты. То есть одна лишняя. Подожди, а чё мне приснилось, что их две было? Нет, одна. Может, на северный завал? О, южный? Ну, южный тоже одна. Ну, заедем. А цемент где? Блин. Чё, может вернуться за цементом? Ну, как бы... Чёрт. Один цемент. Надо вернуться за цементом задним. Тут хочешь не хочешь. Надо возвращаться. Сейчас ездим, один цемент возьмем. Чтоб уже тот завал сразу сделать. Хотя подожди, может, где-то рядышком что-то есть.
Тут цемента нет. Тут цемента нет. Но других складов как-то я вроде бы не вижу. Погнали за цементом. Облом, конечно, облом, но ничего не поделаешь. Надо было сразу посмотреть. Я подумал, тоже будет, типа, знаете, там бетонные плиты и все. Оказывается, нет. Давай, ползи, ползи, ты сможешь. Так, мы, по-моему, отсюда приехали. Долбанный цемент. Сразу надо было посмотреть на это все. Взять, что нужно. Может даже лишнего взять. Теперь возвращаемся. Кстати, нужно будет, наверное, на заправку заехать, когда мы завезем эту сою. А может даже вообще сразу сделать все эти дороги, а потом сою завести, оттуда на заправку поехать, как раз топлива будет меньше. И все. Как думаете? Блин, ну я сюда не заеду. Надо вокруг. Так, а что здесь? Взять расходники там, топливо, запчасти. Не оттарабанить в три точки, хрен знает куда. Не, это потом будет. Думаю, вдруг что-то тут нужно будет взять. Так, а что мне там нужно было? Цемент или песок? Так, бетонный блок и запасные части есть. Цемент. Нормально. Так, нажал один раз, не загрузилось. Конечно, у нас маршрут нифига не оптимальный будет, но ничего, и так сойдет. Предлагаю немножечко срезать. Хорошо, что мы с той стороны не ездили. Там прям сильно. Поворачивай. Отлично. Осталось совсем чуть-чуть. Слушайте, ну в эту сторону как-то активнее проезжают, чем в ту сторону. В ту сторону вроде бы и груза было меньше, проезжали медленнее. В эту сторону больше груза, причем второй раз, и проезжаем быстро. Странно, правда? Сейчас поеду тот завал отремонтирую, потом возьму плиты, заганю сюда сразу и поедем довозить сою.
И сои на заправку можно будет. Ну, конечно, заправку, наверное, уже в следующей серии, а может в этой же. Посмотрим сейчас. Сильно. Навтыкало нормально. Но единственный плюс в том, что у нас высокий запас прочности. Потому что там по тридцатке поснимало, и такой смотришь на подвеску, и как бы там вроде бы чуть-чуть, а так-то по тридцатке там много. Так, надеюсь, завал близко где-то, чтобы далеко не ехать. Но мы потихонечку начинаем дороги хотя бы делать. Сразу два завала убрать, нифига себе. По пути. Хотя, кстати, учитывая, что нам нужно вести и куда, на самом деле, может, туда на сою можно ехать и еще груженными дополнительно. Потому что как раз вот такие вот эта вот миссия актуальная, она, по-моему, норм. Так, завал убрали. Поехали за плитами. Просто, типа, можно плиты завести и взять это барахло всякое. И после плит отвезти его, потому что его, в принципе, все равно в горы нужно тащить. У нас там как бы и так никакой нужной техники нет. Так, а тут что? Металлические балки две штуки, бетонные плиты. К северному мосту. Ой, к восточному мосту. Это где вообще? Хотя по топливу мне может не хватить собрать весь этот хлам. Лучше, наверное, подождем пока что. Так, надо посмотреть, что они хотят. Ух ты. Слушайте, вот это интересно, кстати, этот мостик сделать. Так, две балки, две плиты. Ну, это за топливом. А все вместе, нет? Нет. Так, две бетонных плиты — это 4 места, балки — это 8 мест суммарно. Короче, тут завал делается, забирается тут металл. Едем сюда. Две плиты. И по ровненькому асфальту. Ну, единственное, что вот здесь момент. Ремонтируется мост. Короче, мы тут нормально будем дубасить сейчас на этом маке. Ближайшая серия, я так думаю. Он прям даст о себе знать. Так, я хотел посмотреть, что нам нужно, но так и не посмотрел. Бетонные блоки нужны. Понятно. Бетонные блоки, по-моему, это одно место. Кстати, бытовки туда, по-моему, вверх в горы нужно притарабанить. Так, разворачиваемся. Литров. Сверху не буду канистры юзать, типа. А, ну хотя, кстати, если нам заехать за этим хламом, то можно заюзать. Но проще уже мост отремонтировать. Это вроде бы пока что хватает таких миссий интересных. Бутовочки тарабанить тоже можно. Тут было бы, наверное, неплохо две машины таких иметь. Просто я думаю, что канистры должны быть чисто, знаете, такое, на черный день. Куда-то попремся в горы, где у нас там прям будет тяжело с топливом. И там как раз залить их и с помощью их добраться куда-то. А вдруг кого-то нужно будет заправить. Поэтому, если есть возможность заправиться, нужно заправляться. Ничего, сейчас будет все готово. И сою отвезем. И вообще будет шикарно. Еще миссию туда бьем. С тем грузовиком, который нужно отремонтировать. Но это уже не сегодня. Не тянет. Как на повышайке. Скорость. Ну, пошел немножко.
Хотя на самом деле, мне кажется, мы сейчас будем добираться туда до доставки сои. Там, наверное, у нас останется литров 40 от силы. Как раз на заправку заехать. Так, завальчик. Убираем. Вот это у нас проезд теперь, прям магистраль целая. Так, следить. Пом. Есть. Отлично. Так, едем назад. И нужно теперь отвезти сою. Уже добить эту миссию. И все. И все будет готово. Кстати, а соя это что у нас за миссия была? Ну, это, скорее всего, основная, да, какая-то была? То она что-то просто у нас высветилась, и мы даже не смотрели, что это за миссия. Так, тут я, наверное, на скорости залетать не буду, потому что нам еще подвеска нужна на нем. Чтобы мы его окончательно не убили. Так, 500 метров ехать. Тянет, не тянет. Он пока что тянет. То расход как-то так прыгнул немножко. Так, наша лужа. Повышаечка. Я уже не помню, коварная она или обычная. Необычная. Понятно. Ну и норм. Так, ну по расходу получается практически угадал. Потому что сейчас у нас 56, я говорил, что останется 40 литров где-то. Прям рядышком. Так, надо миссию выбрать. Так, что у нас там за миссия? Сезон... Нет, не сезон работ. Куда, интересно? А, на соседнюю карту. Прикольно. Ну во, следить. Да, получается из основных миссий у нас. Ничего, сейчас завезем на заправочку и все шикарно. На рыночек заезжаем. Раз, два, три. Ну, 37 косарь. Слушайте, неплохо заплатили, на удивление. Думал, там как обычно будет 3 копейки. Ну, нифига, нормально. Ну да, смотрите, 42 литра. Как раз сейчас до заправки добраться, и все, и топлива не будет. Может, даже придется канистру заюзать. Хотя вроде бы ехать рядышком.
30 литров. Но тут на полной скорости залетаю. Фига себе пролетел. На четвертой вылез. Так, заправочка. Наконец-то мы здесь. Супер. Так, сейчас проехать 2 метра, чтобы не стоять на ней. Готово. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш, и всем пока-пока.